Привет всем, кто любит рукоделие! С вами Марина. Сегодня буду шить из лоскутов. Очень интересный проект. Досмотрите это видео до конца. Также я покажу свои покупки для рукоделия. Использую джинсу. Старые джинсы, они мне надоели. Тонкая ткань с лайкрой, а еще они мне малы. Два лоскуточка можно заранее сшить вместе или использовать отдельные обрезки. Это флизелин, я обязательно его использую. С ним будет удобнее, заготовка будет твердая, плотная, ее хорошо будет пришивать. А сегодня у меня в работе аппликация листики. Можно назвать осенний проект, но мне кажется, он будет актуален в любое время года. Можно сшить подушку, сумку, коврик, прихватку, все, что вы придумаете. Я вырезаю листики, они получаются все разные, красивые. 7 штук по размеру немного отличаются. Отрезала от джинсов кусок и укладываю на него листики. А на обратной стороне нужно вырезать вот этот край, потому что он дает утолщение, а нам нежелательно. Я буду пользоваться строчкой зигзаг, шить на своей швейной машинке. Если перед вами стоит вопрос, какую швейную машинку купить и где, я сделаю большую подсказку. Интернет-магазин «Швейный клуб». Моя машинка «Аврора Style 400», я ее приобретала именно там. Пришла машинка с фабричными настройками в хорошей упаковке. Я уже несколько видео показывала, как я пользуюсь своей машинкой, какие у нее есть функции, и дальше буду показывать. Поэтому загляните, пожалуйста, в интернет-магазин, вы найдете себе нужную швейную машинку и другие всякие принадлежности для шитья. Прежде чем пришивать аппликацию строчкой зигзаг, обязательно надо попробовать на образце. Выставить показатели, какие вам более подходят, и только после этого прошивать. Нитки я заправила на изнаночную сторону и сделала узелочки. Теперь я выбираю строчку двойную, ставлю максимальное значение и буду прошивать листики. Обязательно образец, как я уже и говорила. Если все устраивает, можно продолжать дальше шить. Вот эти маленькие нюансы, чтобы вам не пришлось там распарывать, лучше делайте образцы строчек. Начинаю листик сверху, иду до краешка вниз, потом разворачиваю шитье и делаю еще одну строчку тоже по листику. Можно таких строчек сделать сколько угодно раз. Это уже ваше воображение, ваш дизайн. Я показываю свое изделие. Пошла в группу ВКонтакте показать девочкам, что я нашила. И сразу полетели советы. Марина, нужно шить веточку, а то листики просто повисли. Ну, спасибо, мои дорогие, за советы. Буду шить веточку строчкой зигзаг. И у меня вопрос встал. То ли рыжего цвета, то ли бежевого делать эту веточку. Ну что ж, заправляю машинку нитками в шпульку и наверх одинаковыми и буду шить веточку. Приглашаю вас в группу ВКонтакте. Приходите, всегда можно получить совет и поделиться своими работами. Чтобы прошить веточку, я буду использовать строчку зигзаг. Начертила мелом, а на обратную сторону наизнанку приклеила полоску из флизелина. Наверное, так надо делать. У меня ткань немножко тянется. И чтобы уплотнить ткань и хорошо делать строчки, флизелин желательно использовать. Также я листики пришиваю вот этой двойной строчкой. Как вы видите, разворачиваю и делаю строчку два раза. Мне кажется, так будет интереснее. Заготовка получилась у меня на синем фоне, а фон можно использовать и основу из любой ткани, которую вы придумаете. Можно пришить на мебельную ткань. Но вот на синем такие рыжие коричневые листики с красноватым оттенком смотрятся очень даже красиво. Мне понравилось. Что дальше делать, советуюсь с вами. Пишите в комментариях, подушку дошить, сумку. Как вы видите это изделие, понравилось ли вам?
Я сделала небольшой коллаж, показываю, как это будет смотреться в изделии. Дорогие рукодельницы, милые мастерицы, желаю всем здоровья, хорошего настроения, удачного творчества, и все у вас получится!